Республика Македония вновь открыла свою границу с Грецией для беженцев из Афганистана, Ирака и Сирии, которые направляются в Германию или Австрию, чтобы просить там убежища. Накануне граница была временно закрыта под предлогом аварии на железной дороге в Словении. При этом македонские власти установили на границе достаточно жесткий контроль. Пересечь ее могут лишь те беженцы, в документах которых указано, что конечным пунктом их следования являются Германия и Австрия. Все сложно, но мы знаем, что сможем уехать в Германию или Австрию. Это не проблема. Но пока мы ждем документы, и тогда сможем уехать в Австрию. Некоторые правозащитные организации считают, что временное закрытие границы с Грецией – своего рода тестирование нового плана Евросоюза по борьбе с наплывом нелегальных мигрантов.